И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. Опс, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же, но генетисе. И сегодня мы пойдем за ресурсами. Я, короче, в чем? Решил я все это дело начать строить. Домик, думаю, начал возводить. То есть вот такой уголочек себе отгородил пока что. И думаю, надо поставить генератор, то есть, чтобы печка работала, ну, то есть, не бензин жрала. То есть, как бы, вот это вот переплавилось у меня только за два бензина. Вот, чтобы не бензин жрала, а работало электричество. Ну, и, соответственно, чтобы у меня станок работал, все дела, думаю, состряпаю я генератор. И что вы думаете? Ну, естественно, генератора у меня нет, потому что электроники у меня нету. Кстати, у меня есть элемент, что-то об этом-то я не подумал. Генератор, Т-генератор. Ну, черный жемчуг, конечно, да, я где-нибудь добуду. В общем, короче, генератор мне нужен. А для генератора нужно что? Правильно, электроника. Если, допустим, на Extinction с электроникой вообще проблем никаких не было, то здесь, ну, блин, вы понимаете. То есть, Т-дина здесь вообще нету, чтобы хоть как-то появилась электроника. Пелагорнис, интересно. Вот на Пелагорниса я могу сесть? Он же, типа, водоплавающий и все дела. Могу ли я сесть на Пелагорниса или нет? Попробовать притомить. По идее, летать-то я не могу. Ну да, бог с ним, потом разберемся. Да, я все еще не добрался, ничего не читать и так далее. Короче, пойдем сегодня за ресурсами. Есть у меня, во-первых, мне нужно будет зеленые гемы, короче, нужен будет зеленый. И заодно попробуем найти жемчуг. Что, как и где. Пойду я на лягухе. Лягуха водоплавающая. Почему? Сейчас узнаете. Координаты. Блин, забыл координаты глянуть. Сейчас, секундочку. Пойдем по координатам. 35 на 53. Ну, 53. 35 на 53. Почему именно туда? Зеленые гемы вообще есть и в болоте. В болоте их много, и все хорошо. Но! Водворот сраный. Но! Синие гемы только в водяном биоме. Вот, поэтому идем сюда. Так как других вариантов нету. Ну, и это во-первых. А во-вторых, если в что? Там какая-то пещера, это прям классно, я хочу туда. Я хочу в пещеру. И это где-то... В смысле, я что, водоворот, что ли, ползуся? Ой, я отчаянный осел. А, нет, не водоворот, показалось. Вот. Там пещера. И ее я хочу посмотреть. Блин, как же тут классно. Ёлк, макарёк, как ж тут классно. Да, вот единственное, что мозазавры, конечно, это еще то веселье. Очкую я их. Мозики, это, конечно, клево. Но здесь, кстати, вроде какой-то мозик. Да, вот, точно, 150-й мозик, он до сих пор еще тусуется. Я тут так задумался, а не притомит ли мне мозазаврика? 150. Кстати, X-мозазавра, между прочим. Черный жемчуг здесь у меня плавает, смотрю. Вот она пещерка. Вот, есть шанс, что вот сейчас вот эти вот все дурные за мной тоже туда нырнуть, короче, сдохнут, так им и надо. Хоп. Повезло вам. Так, и что меня здесь ждет? Честно, я вот сюда просто занырнул, короче, такой зашел сюда, пешком такой зашел. И такой, окей, я не хочу здесь быть, и вышел. Вон там мозя. Клево. Так, вот они кристаллы. Окей, кристаллы я нашел. О, вот они кристаллы. Так. Диносов я не вижу, поэтому пока что безопасно. Ну, вообще, в целом, живности никакой не вижу. Значит, я в безопасности, это хорошо. Что это такое? А, это просто камешек. Блин, просто такой клевый такой. А это что?
Могу добыть. По идее, это должен быть... Ну, нафиг с тобой. Так, окей. Синий это хорошо, но мне для альпинистских нужен зеленый. А вот и зеленый. Да, зеленый самоцвет. Красный, да ладно! А вот это неплохо, добрый вечер. Красный, зеленый и синий. Короче, они все тут. Это прям кайф, мне нравится однозначно это место. Плюс добуду дополнительные кристаллы, что тоже лишним, естественно, не будет. Аммонит. Так, что вообще это за место? И зачем я сюда пришел, кроме как за кристаллами? Так. Добрый вечер. О, черный жемчуг. Чутка копейки, но все же. Что у нас в итоге? Желчь монета, чутка черного жемчуга и хитинчик. И... А, это же не насекомый, поэтому цементопосты нету. Но Мози, это, конечно, клево. Да, Мози я бы притомил, прям... хочу прям... Ни разу не томил мозазавра, честно, вот прям вообще никогда. Я не помню, может быть, где-то когда-то томил, но вот чтобы вот, вот так вот и сам, никогда. Еще у меня... Провокация. А, это я типа это, на себя агрю, типа всех, что ли, походу, дела вокруг. Пока нахожусь под этой фигней. Ну, прикольно. Вот одна проблемка. Вот эти глюки, их нельзя лутать, сидя на Дина. Блин. Я здесь, чтобы провести тебя через симуляцию Genesis. Ты готов к приключениям? Веди сюда свое имя. Прости, этот глюк перегрузил некоторые мои вербальные процессы. Сейчас все должно быть в порядке. Окей. Некоторые глюки все-таки прикольные. То есть, да и в целом, как вот эта вот вся фигня сделана, очень прикольно. Я специально крутил камеру туда-сюда, чтобы вы видели, то есть, Хелена, получается, туда-сюда летает. То есть, если я от третьего лица, она в одной области должна обязательно стоять. Если от первого лица, она должна быть обязательно перед лицом. И это прикольно. Это прикольно, что разрабы вот это вот продумали, и типа в одном определенном месте она всегда находится. Так, ну слушайте, что я могу сказать? Здесь что получается? Всего лишь навсего заповедник кристаллов? Вот это подземная, мать его за ногу, чтоб ее драная пещера, это всего лишь заповедник для кристаллов. Ну как заповедник? То есть место для... место, где кристаллы выращиваются. И это неплохо. Это неплохо, потому что я могу здесь добывать спокойно кристаллы и не париться, что на меня кто-то нападет. То есть не обязательно сюда на Диносе горцевать. Это клево. Это однозначно клево. Мне это нравится. Но давай еще попробуем пройтись. Может еще что найду здесь, увижу. Но походу да, реально это просто место, где... То есть... Скажем так, это место, которое каким-то чудесным образом встало под купол. То есть, это было место когда-то под водой, судя по местной фауне, флоре и фауне, короче. Это было под водой когда-то, но откуда-то появился купол этот, и вода здесь исчезла. Вот, вот такое у меня, такая у меня ассоциация появилась, глядя на все это дело. Прикольно, прикольно. Мозик, бляха-муха, Мозика бы я притомил, Мозик это клево.
Ладно, подумаем, посмотрим. Если появится желание, обязательно я его притомлю. Ну и все, по сути, это все место, что здесь. То есть здесь приходить можно, кристалличики лутать. И главное, чтобы они спавнились. Жемчуг. Вот что нужно мне сейчас добывать не меньшем количестве. Так, координаты 3487 на 5277. Ну-ка еще разочек, сейчас глянем. 3487 на 5277. Какой-то силикодепозит. Иду я в нужном направлении. Это чисто под водой. Окей. Добрый вечер. Хитин, жемчуг, нефть. А, вот это уже неплохо. И хитина много, и жемчуга, и черного жемчуга добыл. Это хорошо, что он сюда заблудился. Здесь его добыть было легче. 34... Так, на 54,77, да? Я сказал уже вот так вроде бы. Ну? А, 52,77 на 34,87. 34,87. А, подожди, 34,87. Ощущение, что он в этой же пещере находится. Так. 34,87 на 52,70. Это где-то здесь. А нифига! Так, здесь у нас вот. А, нет, это да, это короче щит. А здесь этот идет, все ясно. То есть мне нужно это дело все обрулить, и вот с этой стороны он будет. Окей. Приключения матик за ногу продолжаются. Да, вот на это стенкой я ее не могу пройти. Но я могу обойти где-нибудь поближе. Оп! Ну, почти. Оп! А вот со второго раза уже получилось. Кстати, а ты? Нет, коралл не добывается. Хотя... Нет, это... Камень? А, ну да, логично, коралл же это камень. О, господи, это вот, вот это я, короче, сейчас тупить жестко. Так. Мне нужно туда. Так, отлично. Она ваншотает, конечно, но говном еще тем обмазывает. Так, иди нафиг. Овца! Ох, мать твою! Серьезно? Добрый вечер! Дурная жабка, иди сюда. Да стой ты! Ты в смысле, чё там? На нейтралке. Отлично. Давайте я пока что на пассиву поставим. Чё-то я там конкретно огрёбся. За чё там у тебя по ХП? Да, ты тоже, смотрю, я конкретно огреблась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Проблемка в том, что там мозик, и он на меня агрится сразу. И это мозик-жиробосик. Давай попробуем через верх. Может он этот? Мне главное ту большую мозазяку не сагрить на себя. Во-первых, если что, я хочу ее притомить. А во-вторых, она еще и того распиздана мне даст. Так.
Ой-ой-ой-ой, так, 34. Так, секунду. Здесь лучше на паузу поставить. 34,87, 52,77. 53... Это туда. Ах ты ж собака. Ты чё, где-то под... Внизу, что ли? Ах ты ж собака. А я еще и без акваланга, если что. Че там по кислороду? Я мазазяк увидел еще. Так. Назад. Мазазяка, нет, не иди ко мне. Угу. Дальше глубже. Глубже дальше. Черт побери, как это красиво. Но черт побери, я уже не хочу здесь плавать. Без акваланга, в смысле. Блин. И это если что, без дополнительной подсветки. То есть здесь просто под водой всегда так красиво. Это кайф. А еще кайф то, что у меня персонаж так долго дышит под водой. Возможно, это фишка на Генезисе. Потому что здесь, к примеру, лава не так сильно убивает, если что. По ней можно даже бегать иногда. То есть тоже как бы... Ну, я читал про такую фигню, типа, что лава на других картах немного более жопа поджигающая, нежели здесь. Так. Ну, одно я могу сказать. Я что-то уже не хочу здесь плавать. Так. Еще раз. Я что... 34,87, 52,77. Я... Угу, это туда дальше. Но это, короче, какая-то жопа полная. Я вряд ли это все найду. Всплываем, погнали по другим координатам. Ну и нафиг, тут что-то мне страшно. Мы слишком глубоко под водой. Кислород сейчас начнет заканчиваться. И надо поменьше говорить. Да хватит расходовать лишний кислород. Ладно, шучу, конечно, но все равно надо драпать. Мозя, Мозя, Мозя! Не, это дункулиасты, наверное. Да, это дункулиасты, но они тоже еще те контуженные. Я помню, один раз мимо проплываю, хмя такой, типа, че ты там мимо летаешь? На тебе. О, блин, локомотива. Так, все, всплываем. Мозя. Какула. Вот тебя-то тут мне точно не хватало. Это кто? Дункулиастей. Отлично. Отлично, водоворот. Который заканчивается. Повезло. На улице ночь, поэтому все темнее и темнее становится. Ох. Ну и где мне жемчуг искать? Ну, хотя бы до берега дошел. Дожил. Дошел, дожил. И на том уже хорошо. А вообще, где мой дом? А кто-нибудь помнит координаты моего дома? Нет, вот и я не помню. Так, ориентируемся по звездам. Мой дом где-то вот с той стороны. Вот эта вот звезда у меня с той стороны всегда была. А, я не знаю, короче, пойдем туда. А, в смысле, а зачем мне домой? Я же за этим же иду. За жемчугом вообще. Ладно, поищем координаты жемчуга новые. Так, 18.38, 55, 71. Вот куда мне нужно приплыть. 18.38... О, добрый вечер. Какулы. О, смотри, скалолаз пошел. Ты смотри-ка.
как бежит-то, как бежит по скалам, скотина, а мой не хочет так бегать. Что за собака? 18:38, 55:31. Вроде я сейчас не сбился с курса. 18:38. Так, еще раз. 18:38, 55:71. 55:71, 18:38. Ну, погружаемся на дно. На опасное дно. Так, с 18:38. Здесь у нас что, также будут всякие мозики, нуклеостозики, или нет? Так, 18:38. В ту сторону. 55:31. Вот примерно здесь. А, 71, 31 какой, 71. А, ёб твою ж ногу, господи, я же говорю, думклеосты, еще те контуженные овцы. Еще жрабас такой, твою мать, чтоб тебе, я тебе сейчас жопу твою надеру, иди сюда, я тебе сейчас жопу твою распинаю, понял? Я тебе, напало на меня, ах ты ублюдок, мать твою, я тебе сейчас вот это вот и все, языком-то тебе сейчас хвоста надеру, тварь ты контуженная, нападает он на беззащитных лягушек, чтоб тебя, ублюдок, иди сюда, от меня не скроешься, козел, ах ты ж гнида. Я тебе покажу, как на беззащитных лягушек нападать. Тварь, чтоб я, ублюдок. На, получай, козел. Давай, мочи, мочи, козлов. Нормально. Каждый ублюдок должен быть наказан. Ах ты ж тварь, еще напоследок развернулся. Кто красава? Я красава! Ха! Так. Что, главное, кислорода не хватило? Где? Ага, все нормально. 18:55:31. 18. Да ёб вашу ж мать! Пошли в задницу, ублюдки! Так, не туда. Восемнадцать, 38, 55, 71. Но это где-то здесь. А-а-а! Там же был камешек. Подожди, или это или это металл камешек? Ну это металл камешек. Ёб твою ж. Вас преследует стая агрессивных рыб. Да пошел ты, стая агрессивных рыб. Так, мне главное, чтобы меня другие сейчас не преследовали вот среди вот этих вот рыб. И вообще будет все хорошо. Так. 18:38. 55:71. А это что за мозг? Коралл. А, подожди, всплываем. Сейчас пока всплываю, я попробую где-нибудь сориентироваться на местности. Не получится мне сориентироваться на местности, потому что я сейчас буду всплывать в... Ва! Блин! А здесь где-нибудь не может? Ага, ну пожалуйста. Черт, бери. Так. 55:31. Ой, 71, чё у меня 31? Ну, добрый вечер. Я диспетчер. Давай, лягуха! Мочи! Красава! Чё? Давай, иди сюда! Сейчас мы тебя тут раздербаним.
Давай, лягуха! Ты сможешь! Черепуха, помогай. Ну, если кого-то зацепил, я не случайно. В смысле, я не специально. Давай, 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 последний удар, последний удар! Красава! Ух, супер! Так, ладно, поищем все-таки координаты. Так. Попытка номер два. Я вижу какие-то камешки. Так, отвлекли. Вот это что? Это нефть. Отлично. Почти угадал. Ну, давай уже забудем, раз уж здесь. Так, стой, 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 стой! Не надо за мной тут летать, под кирку попадать. Пиздюки вот эти тут еще за это вылезли. Глюканули. Так. 50... Ну я здесь прям нахожусь. Где? Где это говно? О, привет. Где эти сраные мать за ногу ресурсы? Вот и верь после этого, потом всяким викем и так далее. Ну давай в любом случае здесь поплаваем. Здесь я смотрю очень много разных камешков, но эти камешки, к примеру, это металлические камешки. То есть это точно не то. Единственное, что может быть на глубине, что ли, где-то еще дополнительно. Это тоже нефть. Там тоже нефть. Это все фигня. Там мозги. Ну, металл тут дофига. Окей. Металла много, это, наверное, хорошо, но не очень-то. Потому что мне сейчас не металл нужен, а жемчуг. Металл, конечно, хорошо, но жемчуг бы не помешал. И че мне? На этих, что ли, всех охотиться? Ракообразных? Я не хочу. Здесь тоже металл. Причем, смотрите, какие золотые, о, эти, богатые жилы. Клево. Ну, нету ничего здесь. Эти ракушки не добываются, это просто... Этот декор. Ах ты, мать твою, за ногу, а. Ах ты, чтоб тебя, ублюдок, ёб твою ж за ногу. Чтоб тебя, срань-то господня. Рыба сырая и жемчуг. О, я когда в прошлый раз всплывал, я еще подумал. Может быть, все таки надо попробовать. Сейчас киркой специально ударил? Нет. Убрал, думаю, ай. Чисто по приколу. На! Собрал по приколу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, жабуля, погнали отсюда. Я там на ближе к поверхности ее видел. Ой, ёшкин кот. Прикиньте, ну про... Ох, ты ж... Блин. Ну, это, конечно, да. Жабуля. Ай, ты всплываешь, как черепуха. Ладно, сейчас ты пахнем. О, видали? Видали, сколько же... О, господи. Смотри. Добрый вечер. Так, все. Стой здесь. А я пойду добуду жемчуга. Ай, да ну нафиг, а. Халабысь жемчуга, да сколько. Вот это поперло. Вот это я понимаю. Повезло, фартануло. Вот это хорошо. Лобысь? Не, погнали. Жемчуг. Больше жемчуга. Блин, все-таки как ж тут клево. Вот водный мир здесь сделан просто как сказка. О, вода прозрачная. Ты вот плаваешь. Ты реально хочешь плавать? Не знаю, как вы, конечно. Вот, я кайфую. Я кайфую вот от того, как здесь все красиво. Ты хочешь реально плавать и плавать. Кислород не заканчивался. Для этого нужно это, для дайвинга скубу сделать полностью все. И вообще будет кайф.
Вообще. Слышь! Слышь, я чё? Оп! Смотри, чё есть! Ах, твою мать! Братан, помогай! Братан! Сеструля, точнее, помогай! Ёпт! Эй, ты ёп! Ладно, пошёл ты! Смотри, чё могу! Ах, ты ж... ты тоже можешь! Hasta la vista, гнида! Отлично! Уу-е-е! Отлично! Куча жемчуга добыли и пизделей мы получили. Но, ну ладно, выжил на том хорошо. Ну, алё, блин. И чё-то мы тупим. Отлично. Прёт на сушу. С неё будем телепортироваться до базы. Вот телепорта я еще не поставил. Блин, классно, суша, наконец-то, господи, суша, суша. Да, яркость не включена была. Суша, суша. Ну, лягушка, конечно, не сильно счастлива, но все равно. Я счастлив. Еее. Так, назад. Так, где ты? Телепортация между, океанический и на я. Погнали. Отличненько. Вот мой островочек. Видали? Уже все как заросло. Классно. Кстати, да, я... Оп! С Черепухина я все снял. Зачем? Зачем ей это надо? Все хорошо. Ей так хорошо. Упс. Теперь у нее вес так не кисло освобожденный, но еще инвентарь нужно будет сварить. Ну, собственно, для этого мне и нужна жемчуга была. Да, я теперь смогу поставить наконец-то холодильник, я смогу все это дело обустроить и разгрузить черепаху, и все будет здорово. Соответственно, могу начать увеличивать острова, и все в таком духе. Все просто здорово. Поход был отменнейший. Жемчуга добыл дофигища. А означает, что я добился того, к чему стремился на сегодняшнюю серию. Жемчуга дофига. Кстати, кристальчики, да, альпинистские, наконец-то снаряжение добуду. И я добуду тот козёл. Стоит он там, манит меня уже сколько времени. Долбанный глюк. Вот, наконец смогу лазить по верхам и что где узнавать. Кстати, вот видели? Вот, вот по нему я поэтому и ориентировался. 30 на 56, надо бы запомнить. Чтобы потом не теряться. Ну, в целом, вот по вот этому я и хотел искать, где, что и как. Ну, а на сегодня я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Сегодня было прекрасное путешествие, подводные приключения. Очень хорошо, что кислород долго кончается. Точнее, не заканчивается, это будет более правильно звучать. И мне удалось поплавать даже без куба костюма. Надо будет обязательно сделать полностью аквалангический костюм. Теперь у меня для этого есть все подавающие ресурсы. И обязательно еще будем плавать дальше. Смотреть другие биомы надо. Вот что я сейчас подумал. В лаву же я еще не нырял. Еще там космический биом есть. Матерь божья, как же это клево. Блин, все-таки клево. Здесь я реально не играл, и здесь мне интересно абсолютно вся. Ну, а я на этом уже с вами пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.